Вопрос 111. Евангелие от Иоанна 15:19. «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Написано, что мир ненавидит истинных последователей Христа. Мы видим, что государство сегодня не гонит православие, потому что вы государственная религия, вы признаны. Даже алкоголики говорят, что они ваши православные, а истинную церковь мир должен ненавидеть. Чем вы это объясните? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Думаю, что упрек не по адресу. Хотя мы и православные, но не московская патриархия, не государственная религия. Мы принадлежим русской православной зарубежной церкви, к гонимой части. Это болезнь единения с мирской властью в России не с первого дня. Брак, который небеса не утверждали, потому что Римлянам 7:3. Если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа. Второе послание Коринфянам, 11 глава, 2 стих. Ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою. Евангелие от Иакова, послание Иакова 4:4. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Первое послание Иоанна, 2 глава, 15 стих. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчей. Христос воскрес, Он живой и более не умирает. Над Ним смерть не властна, поэтому церковники не могут знать этого, обручая невесту другому мужу, холодному и хищному миру. Все преступники, с кем бы я ни встречался, все развратники, начальствующие ли, то и все считают себя православными. Неужели об этом не знают священники, бормочущие о церковной полноте? Искусственно не нужно вызывать на себя гонения, но церковь всегда есть и народное тело в любом государстве. Церковь не от мира сего. Ничто так не отталкивает от церкви тех, кто духовно пробудился, как ее обмерщенность и связь с миром.